Стали известны подробности ДТП, которое произошло 17 февраля в 19 часов 10 минут на пересечении улиц Крымская и Краснодарская. По сообщению ГИБДД Анапы, водитель автомобиля СУАП проехал на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с такси «Сатурн» авто «Лада Ларгус». В результате аварии пострадал водитель такси, 48-летний анапчанин. По факту случившегося проводится проверка.